Приветствую вас. Я думаю, что есть несколько важных моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первое. То, что ваш ребенок является особенным. И его особенность, она требует индивидуального подхода, она требует подхода уникального, она требует подхода деликатного, особенность вашего ребенка. И для этого необходимо знать все тонкости, все тонкости, значит, вашего ребенка, состояние вашего ребенка, все тонкости нужно знать, особенности вашего ребенка нужно знать. А для этого необходимо лучше разбираться в диагнозе. Вот. Поэтому я думаю, что консультироваться по данному вопросу лучше всего с детским психологом, клиническим психологом, вот, и психиатром, как найти общий язык. Потому что все-таки здесь у вас идет вопрос о психических особенностях, вызванных органикой, вот. Поэтому я думаю, что это первое. То есть вот так вот на вскидку, да, без истории болезни, без заключения врачей давать какие-то рекомендации относительно того, как вам найти общий язык с ребенком, мне кажется, весьма неблагодарное занятие. Вот. Дальше. По описанию, вашему описанию, я бы сказал, что ребенок нуждается во внимании. Я бы сказал, что у ребенка есть элементы аутоагрессии, ну, то есть, вот, агрессия, направленная на себя, вот, агрессия, направленная именно на себя, и чувство брошенности. То есть вот у меня не когда-то ощущение, что ваш ребенок, он чувствует себя брошенным, он видит себя таким. И это ему очень тяжело дается, это очень тяжело ему переживается, скажем так. Вот. Я в этом, конечно, не могу быть до конца уверенным, потому что здесь все-таки есть особенность вашего ребенка, но мне кажется, что так, что есть такой элемент и есть такой момент. Вот. Соответственно, в больнице ребенок просто ощутил себя никому не нужным. Вот, больница, ребенок почувствовал себя лишним, почувствовал себя брошенным. Вот, в больнице ребенок просто ощутил, что никто им не дорожит. Вот. Никто его не ценит. Вот. И так далее. То есть это выглядит. Вот именно выглядит это таким образом. Я не берусь утверждать наверняка данную историю.
Я просто говорю о том, что выглядит, именно выглядит, все так. Другой вопрос, насколько это правда, насколько это действительно верно. Вот. А также мне видится, что ребенок чувствует себя не таким, как все. Вот. Ну, мне так кажется, что он ощущает это, что он не такой, как все уже. И из-за этого начинается тоже, конечно, сложности в общении, сложности восприятия, он чувствует, что с ним что-то не то, что-то не то. Вот. А здесь сказывается, возможно, некая перемена в вашем к нему отношении. Вот здесь сказывается некая перемена восприятия самого себя, то есть вот. Его особенность, как вы говорите, она ведет к тому, что человек начинает ну, чувствовать, что что-то не в порядке, чувствовать, что другие могут то, чего он не может, вот. И это дает ребенку лишний повод для того, чтобы переживать. То есть любое вот действие против него, оно по факту принимается на свой, на личный, ну, на личный счет ребенком. Вот. И за счет описанных ранее аспектов это происходит более болезненно. Вот. Такая история. Я, в общем-то, понимаю. Я понимаю, что вам, возможно, это неприятно, вот, слышать, но, тем не менее, ситуация, она вот такая, и, соответственно, ну, неадекватно на нее реагировать. То есть, в принципе, вопрос вы задаете правильно. Я бы рекомендовал больше задать, наверное, этот вопрос в медицину, нежели чем раздел психологии по уже означенным, ну, скажем так, причинам. Вот. Я бы рекомендовал ваш вопрос задать все-таки раздел медицины. Вот. Ну и я думаю, что вот тот факт, что вы на него прикрикиваете, тот факт, что вы на него ругаетесь, далеко не лучшая история, далеко не лучший момент для формирования хорошего взаимоотношения между вами и ребенком. То есть, ну, такое вот, да, воздействие на ребенка достаточно негативно, но ни к чему хорошему не приведет, в принципе. Вот. Поэтому мне кажется, что имеет смысл, если вы будете с ребенком все-таки общаться больше через я-сообщение, не через крики, да, через я-сообщение, и больше высказывать ему именно свои чувства, именно свои переживания, именно свои, ну, свою, скажем так, болезненность, вот, от происходящего,
чтобы ребенок несколько лучше, полнее чувствовал, ощущал то, что он делает что-то не так. Не потому, что вы ему его, там, допустим, ну, принудили, грубо говоря, не потому, что вы его принудили, а именно потому, что он увидел, что вы действительно расстроены, что он действительно не по себе, что он действительно, как бы, ну, тяжело это переживать, и что вам действительно это неприятно. Потому что здесь, опять же, при отсутствии такого вот когнитивного, да, взаимодействия, при отсутствии когнитивного именно взаимодействия, чувственное взаимодействие выходит на передний, мне кажется, план. Вот, и с тем, чтобы сделать ваше, ну, ваше взаимодействие с ребенком более полным, более близким. Вот. Плюс ко всему я бы порекомендовал больше общаться ребенку с отцом. Вот. Именно с отцом, больше взаимодействовать с отцом, потому что отец все же является таким большим авторитетом для ребенка, чем мама, ну, чем мать. Вот. И не всем вещам вы можете объективно его научить. Вот такая вот история. Ну, такой ответ вам можно дать. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.